Весть из Астаны об образовании Туркестанской области вызвала огромный резонанс в США. Да, именно там наши соотечественники празднуют это событие. Прочитав указ президента Казахстана 19 июня 2018 года, наша диаспора из Туркестана буквально начала аплодировать. Наш собственный корреспондент в США Майра Абдрахманова побывала у выходцев из Туркестана, проживающих в Нью-Йорке. Изменение статуса Туркестана наши соотечественники в США называют эпохальным событием. Этот новый областной центр на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни государства. Выходцы из Туркестана, которые по разным причинам переехали в Нью-Йорк несколько десятилетий назад, скучают по своим родным местам, часто посещают любимый город и посвящают ему стихи. Сегодня они буквально ликуют по такому историческому событию в связи с новым статусом Туркестана. Многие из них работали на предприятиях и социальных объектах города, а некоторые принимали участие в реставрации мавзолея Ходжи Ахмета Ясауи. Они передают привет своей родине и поздравляют туркестанцев с большими перспективами. Когда-то, пару сотен лет назад, он был столицей Казахстана. Назывался Шагар, Яссы, Азрет Султан, потом Туркестан, а сейчас Туркестанская область. Я хочу сказать, что мы, жители города Туркестана, выходцы из Туркестана, проживающие в Нью-Йорке, с большим волнением, с удовлетворением приняли эту новость. Что это дает городу? Занятость населения, приток туристов, поступление свободной конвертируемой валюты. Это поднятие экономики, социальной сферы, промышленности и так далее и тому подобное. Город становится ярким творением современного 21 века. Я 38 лет прожил там. А когда в 1975-76 годах я работал под руководством Хаджаева Арон Хаимовича в мастерской по реставрации Ходжи Ахмет Яссауи, это вот сейчас для меня это как бы гордость, что я какую-то лепту, какое-то участие принимал в создании, в восстановлении этого памятника, который сейчас считается как бы меккой в Южном Казахстане, вообще Казахстанской республики. Я надеюсь, что в будущем много будет туристов, и мы будем приезжать и часто приезжать туда. Дай Бог, чтобы процветал Туркестанский край, чтобы туркестанцы были на высоте. Мы, жители, выходцы из города Туркестана, от всей души поздравляем всех туркестанцев с таким великим событием. Туркестан стал областным городом. Это большой праздник и у нас тоже. Мы здесь, в Нью-Йорке, мы все отмечали. Я от души всех поздравляю. Казахстан жасасын. Майра Абдрахманова, Ринат Садыров, Хабар 24, Нью-Йорк, США.